Эй, всем зрителям привет! Да и всем, кто просто так мимо проходил. Дорогие друзья, у меня для вас есть новость сногсшибательная. У меня на канале вдруг резко 25 тысяч подписчиков организовалось. Ну и я подумал, нифига себе, откуда у вас столько понабежало-то? И решил себе устроить праздник. Да, праздник. Ну и чтобы праздник был не только для меня, но и для вас, решил устроить еще небольшой розыгрыш. Об этом чуть попозднее, а пока хотел бы поговорить о тех, без кого, в принципе, не было бы возможности создать этот канал, не было бы его таким, как он сейчас есть. Это, конечно же, вы, дорогие мои зрители. Спасибо вам большое за те теплые комментарии, которые вы оставляете постоянно под моими видео. Спасибо за ваши советы, за ваши напутствия, как пройти лучше, какое место в игре. За то, что ставите лайки, в конце концов, даже не посмотрев видео. Да за репосты видео моих и так далее и тому подобное. Спасибо вам за вашу поддержку. Без вас бы этот канал, наверное, был бы совсем другим. Вообще, читая ваши комментарии, я получаю огромную порцию позитива постоянно, каждый день. С каждым днем этих комментариев становится все больше и больше, что не может не радовать, между прочим. В общем, надеюсь, мои видео, по крайней мере, вам тоже тогда приносят позитив, чтобы у нас хотя бы какое-то взаимодействие было, да? Ну и давайте вот от такой вступительной части, от эмоций ближе к делу, что ли, я даже не знаю. К планам, наверное, канала или даже начнем с небольшого экскурса. Для многих не секрет, что я начинал свой канал с игры Prime World. Ну как канал, тогда-то, наверное, это каналом-то назвать нельзя было. Это просто было хранилищем для видео. Я играл бои на стриме, записывал их на YouTube. Кто опаздывал на стрим, тот смотрел на YouTube. Ну, многим было просто так удобно. А потом, с течением времени, хранилище превратилось в канал. Потом канал превратился в самый известный, наверное, канал по Prime World. Возможно, он таковым сейчас и является. Теперь это игровой канал. Здесь вы можете найти прохождение по различным играм. В основном это новинки. Но и шедевры, конечно же, я не пропускаю. Ни в коем разе. Потому что, в принципе, я довольно-таки много игр вообще не играл. Занятой человек, работаешь, как говорится, семья, да, ну, вот тут выдается моментик, и теперь можно наверстать хоть чуть-чуть, да, это дело. Кто, может быть, заметил, на канале сейчас такая структура есть. Я даже сказал, 5 основных областей на канале, есть 5 типов видео. Первое — это вот прохождение сюжетных игр. Я не знаю, объяснять-то нечего. Второе — это вот, я называю это прохождение интересных игр. Но в принципе это все игры, которые не обладают сюжетом, грубо говоря, да, которые именно берут своей реиграбельностью, да, чтобы можно играть заново, одно и то же проходить и, в общем-то, получать от этого удовольствие. Яркий пример, да, The Binding of Isaac. Почему бы и нет? Третья категория — это сейчас у меня есть взрыв мозга. Соответственно, игры, вот, которые, вот, знаете, вот, наотмашь. Куда девать мозг, как говорится, когда ты это смотришь, я не знаю. Ну, прожать там можно конкретно. Ну, четвертое — это такое что-то слитно непонятное. Это обзоры, да, туда входят и обзоры, и вот когда первая серия какого-то эпизода выходит, какой-то группы видео, да. Ну и первые взгляды там на какие-то игры я считаю нужным, если показать, то да, это тоже попадает в этот раздел. Ну и, конечно же, пятый, никуда он не делся, Prime World, его стало намного меньше, я бы даже сказал, в разы меньше, но он все-таки есть, он немного преобразился, а теперь это больше такие игры спокойного характера, ну как спокойного, особо напрягаться в которых не надо, просто веселиться, да, веселье это все наше. Что касается будущего,
Пока меня все устраивает на канале, как это выглядит, да и сложно что-то думать. Я только вот, грубо говоря, 3 месяца назад провел всю эту реорганизацию. Тяжело было, конечно, и снимать одновременно, и все это придумывать, рисовать, но в конце концов справился почти. Есть еще какие-то небольшие задумки, наметки, ну, надеюсь, в скором времени уже и с этим разберусь. Так что, как говорил мой немецкий коллега, будем посмотреть. Знаете, он никогда не умел склонять слова. Если вы меня спросите, что ждать все-таки в ближайшем будущем на канале, я скажу, так, GTA 5. Все остальное в тумане. Все остальное в тумане. Ну вот на такой нотке давайте немножко закончим. Хватит с этими экскурсами и так далее. Давайте просто я вам сейчас расскажу про лотерею, которую я хочу провести. Знак благодарности, в конце концов, за то, что вы смотрите. Конечно же, всех вознаградить я не могу. У вас слишком много, 25 тысяч. Но единиц, конечно же, из вас смогут получить подарок, игру из Стима. В принципе, я подготовил 5 игр, довольно-таки неплохих, не то что прям сверхновинки какие-то, но они действительно хороши и стоят того. Некоторые я проходил, некоторые еще пройду. Итак, у меня тут небольшой списочек есть. 5 игр, значит, это Bioshock Infinite, Assassin's Creed 3, Deus Ex Human Revolution, Valiant Hearts, платформер такой очень, даже мужики плакали даже, ну и такая игра, знаете, South Park, палка истины, в общем. Надеюсь, вам эти игры нужны. А если не нужны, то всегда сможете, как говорится, подарить. В общем и целом, чтобы участвовать в этом розыгрыше, вам нужно сделать следующее. Вам нужно подписаться на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ну и вот про лайки не говорю, сами поставите, да. Главное, напишите комментарий к этому видео. Ну, хотя бы один, да. Если это будет комментарий с каким-нибудь вопросом, и вдруг он выпадет мне, когда я буду, собственно, проводить лотерею, я с удовольствием на него даже и отвечу. Так что подписался, лайк поставил, комментарий написал. Все, ты участвуешь в розыгрыше. Более подробно там все будет в описании написано, да, и вы не переживайте, если вы вдруг не попадете на сам розыгрыш. Я вам просто напишу в личное сообщение здесь на YouTube. И, соответственно, вам нужно будет его только проверить, посмотреть, периодически заглядывать, я не знаю. Ну, в общем, в описании все увидите. Там даже будет ссылка, где прочитать вам личные сообщения. Потому что некоторые просто не знают, где их найти. Ну, на этом пока я свое обращение к вам закончу. Еще раз спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы поддерживаете. С вами был Виктор, канал Витёк Плей. Лайк вам, господа. Спасибо. До встречи.